Здравствуйте, дорогие друзья. Вопросы в Фейсбуке каббалиста Михаила Акмана. Тоже вопрос начинающего. В чем конечная цель каббалы? У каббалы не существует цели. Каббала реализует цель творения. У творения есть цель. Есть начало творения, конец творения. И каббала помогает нам ее реализовать, эту цель творения, в виде наиболее краткого и доброго пути к этой цели. Какова эта цель? Цель – это раскрытие и полная тождественная связь с высшей силой, единственной высшей силой. Вы можете пояснить это более просто для начинающего? Все мироздание, все, что мы можем себе представить, управляется одной высшей силой. Раскрыть для каждого из нас эту высшую силу, правильно ее понять, сблизиться с ней, использовать ее, как пожелаешь. Это является целью творения. Вот вы можете высшую силу нам раскрыть? Что это такое? Более простыми? Это свойство отдачи и любви. Как твоя мама, родители. Что-то такое очень большое и доброе.